Добрый день, дорогой зритель. Это небольшое объявление, в котором я расскажу, почему пока на канале нет видео и почему его, возможно, не будет в скором времени. Я не говорю, что вообще, но в скором, скорее всего, да. Дело в том, что я себя не очень чувствую, я не знаю, как это объяснить, то есть... В последнем видео вы можете услышать, какой у меня заунывный голос. Я думаю, он у меня и сейчас такой же. И я бы не сказала, что я чем-то болею или что-то такое. Я просто чувствую постоянно себя усталой и не могу просто сосредоточиться, не могу громко говорить, и это сильно сказывается на качестве видео. И я не хочу, чтобы вы смотрели такие видео, потому что я не такая, на самом деле, грустная, и не хочу снимать такие видео. Поэтому я хочу подождать, пока вся эта меланхолия пройдет. Если бы я знала, как это ускорить, я бы это сделала, но это уже продолжается какое-то время, и пока что как-то без результата. Может, это весна, может, это авитаминоз, я не знаю. Но не волнуйтесь, как бы это все пройдет, я думаю. Просто пока видео не будет, но не расстраивайтесь, я обязательно допройду Alan Wake и Broken Age. Это все будет, когда мне станет получше. Собственно, не грустите без меня, не болейте, самое главное, пейте витаминки. Увидимся в следующих сериях. Спасибо, что выслушали это, спасибо за ваше понимание. Всего вам наилучшего и пока-пока.